на территории отеля, в этой пустыне. Природа буяет. Все поливается вручную. На территории отеля есть станция по опреснению воды. Если не поливать, то тут, конечно, ничего расти не будет. На территории отеля работает 32 садовника, которые делают всю эту красоту. Сейчас 5 вечера по местному времени, но дышать нечем. Жара невозможная. Однако скоро начнет темнеть и будет попрохладнее. Эти разноцветные кусты очень красивые. Высокие, растут высоким таким забором. Красные, белые, желтые, малиновые. Дерево цветущее, вон там дерево. Красивые, интересные цветочки. Вот это похоже на какой-то вид акации. Может и не акация это. Нет, это не акация, это что-то другое. Это маленькое деревце, а вот большой. О, да, вот это дерево. Ой, красивые цветы какие. Я такое дерево видела в Лаосе. Так вот там гид сказал, что это лечебное дерево. Этими цветами в Лаосе женщины лечат женские заболевания. И эти цветы в Лаосе несут подарок Будде. Возле каждого Будды очень много этих цветов. Я забыла, как называется, нам гид говорил. И Будде несут еще цветы плюмерии. И вообще это национальный цветок плюмерия в Лаосе. И вот два цветка плюмерии, и вот эти несут подарок Будде.